Короче, если хотите узнать, как заработать деньги на мусоре, оставайтесь на этом YouTube-канале до самого конца. YouTube-канал про свалку, про все то, что можно на ней найти, как это дело продать на барахолочке и заработать бабла. Вы на YouTube-канале «Мусорщик». Женя удивляется, как я ехал на рынок. Сегодня никакой воды, я не снимаю про то, как я еду под музыку. Прикинь. И я еще умудрился попить кофе в машине, да, так чик. Даже пристегнутый ехал, все по правилам. Сейчас расцепляем прицеп, выгружаем салон, ставим столы. Ну и все, и начинаем торговать, показывать вам, как мы будем зарабатывать. Я чуть не забыл елочные игрушки свои. Вот эта красота. Я думаю, что основной банк сегодня сделают вот эти вот красивые елочные игрушки. Что думаешь? Ну, думаю, какую-то часть продаж точно. Ну да. Там стопудово найдутся какие-то редкие. Да, Макс смотрел, говорит, что классный. Кстати, смотрел последний ролик Максима про День добра? Да. Класс вообще, меня зацепило. Лайкос. Так, все. Пола тоже выезжает. Пойду я как-нибудь. А это пусть пока на крыше покатается. Полностью прицеп загруженный барахлом. Багажник. Ну и в салоне немножко нагрузил. Нормалек. Работай, стой, стой. Цепочечка. Раз. Так, каким образом? Ну, так, вот, поехали. Заворачиваю. Нет. О, нас уже трое. Бабушка, главное, не завидеть. Не та. Мы еще только разложились, еще ничего не доставали, машине выгнал. И вот самые мои преданные, наверное, из лучших подписчиков на стол добра, правильно? Стол добра, да. Класс. Планшет. А это планшет, а он рабочий. О, все будем продавать. Куда? Там только рубля 2. Неважно, хорошо, в любом случае. Спасибо большое. И это... А это вот Лене. Блин, не хочу брать, потому что скользкий пока момент, неизвестно. Тогда на стол добра. Хорошо. Сумку почти новая, это плед большой для спальни. Хорошо, круто. Спасибо большое. Вешалочку, да? Забери. Это не важнее, это мерч. Понял? Еще не все. У твоей супруги был день рождения. От кота коту ей такой сувенирчик. Класс. А мне вот такую штуку подарили, видали? Да еще это логотип нашего YouTube-канала. Чик с монитосиком. А вот это твоему сыну. Пускай развивается, играется. Небольшая доработка. Серегу прет сегодня. И получается... Зарядка. Знаешь откуда? Витьки накуплена была. Нормально, классно. От сигаретки. Да? Круто. Перестроечка небольшая и все. Так, ребята, мы торговать сегодня будем, раскладываться, будем или не надо. Или только подарки будем принимать. Это первый товар на стол добро. Смотри, какой рюкзак классный. Я его, может, сам себе выкуплю, буду гонять. Ла-ла-ла-ла. Ладно. Это вот наши подписчики принесли, ты все заснял. А, ну это Лене, тут, наверное, шмотки. Нет, Лене вон я отложил пакетик и это. Да. А это на стол добра сказали. Ну, шмотки не доставай, так ну, я на сумочку. Дождь пойдет, сразу уберем. Нет, давай, может, пусть в пакете лежат, чтобы оперативнее. Ну, вдруг, а вдруг... О, это для меня, для рынка. Вон консультант. По 15 вроде были. Но за Снегурку не могу ручаться. Пока что так. Ну, пока я буду основное доставал. Че? Нифига не серебро, да? Ну, хоть мельхиора, что. Да? Сказать тебе прикол. Но. Комплект. Где вы их насобирали? О, уже 6. Вот что ты взял? Так дай мне, ну что ты это? Будем ты же говоришь, комплектом дороже продавать. Я не ломал что. Побил, том, что вон побил. Какие? У меня какие-то стоят. Ну, вот какие-то же вон есть. Просто грязные. А что там написано? Так у тебя что, серебряные? Да нет, это такие же самые, 6. А почем будем продавать? 30 рублей. О, 30 рублей, 6 штучек. Штучка. Так, если продам, получается тебе 10? Ё-моё! Надо продать. Это не бьются так, конечно. Самое красивое выкладываем. И самое нежное. О, какой карась. Рыба-карась, игра началась. Полный набор. Шмелек. Сколько стоит? О, 20. Какие цены звучат? 20.
конечно, тут на этом базаре растут каждый божий день. А ты думал? Так, где мой зарядочник? Куда он делся? Он же пакет где-то собирался. Там, тебе, все за 10 рублей. Дорого? Он же ходил, что-то складывал, эти зарядки, и что, и так и пошел. А, не, вон они, под колесом. Короче, опять-таки грустные. Рынок в самом разгаре скоро будет. Я думаю, через часик, да? Пока раскладываемся, да. Все хорошо. Вот столы поснимаю, чтобы... Мне больше всего на этом столе что тебе нравится? Мне нравятся елочные игрушки. Ну да. Ну так, красиво выглядят, солидно все кажется. Ну а вообще дальше как получится. О, у меня есть серебряная цепочка, вот такой карман, я и забыл. Вот как продать? Вот, я не понимаю. Это тяжелая тема. Друг! Он сейчас нас снимает, слышишь, целый час, пока мы такие вялые. Когда будем тут акция, скидка, распродажа, люди уже ролик промотали, короче. Бан, стоп. 20. 5? Блин, до 10. Вот весь рынок, рубль 2, рубль 2. 9,99. Говорю, люди, приходите к нам, у нас дешево. У меня есть мой путь. Вас не надо? Чего? Давайте улыбнемся, сфотографируемся на память. 5 рублей дорого, давайте за 3. Оп, за пятерочку. И 2 вам сдачи. Вам спасибо, заходите к нам еще. Пуха, где он делся? А сувенир такой, что стоит? 20 рублей. Макс, солевая гора. За 20-ку это нормально, правда? Спасибо, дружище. Опять за то, что ты работаешь. Да ладно. Быть добру. Пятерку в карман добра. По-любому. По-другому нельзя. Где этот наш? Ну мне он точно человек. Не надо. Бля, если бы вы знали, сколько они стоят. Ты знаешь, сколько они стоят? Это пипец. На Алике, наверное, самый каличный начинается $20. Ну это трековый шлоп. У меня есть дома один, я даже не знаю, может... Не продам, себе оставлю. Ну, куда-нибудь коридор поцеплю. На улице. Ну, такой. Не очень дорогие. Но у меня они очень дешевые. Что ты, блядь, купишь? С линзами, смотри, маска с линзами. Будешь нырять? В Гомеле потоп, да, или где? Надо туда. Сейчас по всей Беларуси потоп. Что, кто? Покажи, пожалуйста. Да десятка. К тебе уже, как оптовому. Бош! Бери, да ебо. Да. Не ругайся. Это в стакан. Нормальный препарат. Это какой, 26 или 24? Откуда я знаю? Такие вопросы задаешь? Я не знаю. А это знаешь, что такое? Масленка. Точно. Хотел сказать... Бом-бом для весов масляных. А, 24. Так, это все к рыболовным мушкам. Смотри, какая вещь. Я просто на такие вообще... У меня же руки такие грязные. Мухи рыбацкие. Да. Это все сюда, в рыбалочку. А вот эту вообще себе оставлю. Это карпа кормить. Торпеда. Как бы... Ну этот, торговаться-торговаться-то мы на рынке, но я же сразу 5. Это твоя веса, но мне понравилось. Ну хорошо, ну давайте, 2 таких и блок за 5. Во, блин, ну добро. Спасибо, наши 5 и наши 15, спасибо. Вот, торги идут, отлично. Да, спрашивайте. Только блок мне. Приборчик? Вот, Таня, как ты не заснял, а? Это, кстати, прицеп с Могилева ни разу не открывался. Я его открываю, и тут стеклобой! Но это не важно. Важно то, что я вовремя повесил мусорный пакет Максимчику на зеркало. Смотри, там что-то не порезало. Да не, аккуратненько буду. Да. А, и свечку, нет, и свечку разбил, да. А люди сразу, это на счастье, это к баблу. Бей посуду, я плачу.
Да и ладно, легче ездить будет домой. Ладно, наверное. Давайте, ладно. Наверное. С риском. С риском? Да ну, разве это риски, боже, за 25 ну, рублей? Даже на запчасти вы не рискуете. Посылка, посылка. У меня тоже такой перв. А? У меня тоже такой 24. А что ты не выдернул? Почему у вас есть? По пятерочке. По пятерочке. О, место на столике освободилось. Будешь еще сегодня бить что-нибудь? Обязательно, на счастье. Юморист, блин. Андрюха, набирай. Скажи только, чтобы я камеру включил. Хорошо, я буду стараться. Молотком, ляп, контент. Спасибо. Спасибо. И вам хорошего дня. О! Спасибо большое, а руку пожать, как так-то? Будь добру, я вернусь, мы же с пальчиком вот тебя все первое воскресенье охраняли вот здесь на солнышке. Да, я помню. Спасибо. Я поэтому это все, там... все на месте сегодня. Да, да, но он далеко ушел. Ничего. Я не вижу. Он в бороду сбрил, замаскировался. Ну, видишь а как? А я нарочно отпустил. Нет? Нет, не очень. Подарок. Подарок может пригодиться. Никто не купится, я знаю. Он испортится, я его завтра просто выброшу, жалко. Да, я-то давай. И брал только ради тебя, я говорю. Честно. Ну, может пригодиться. Спасибо. Нет, так нет. Да. Ну вот. На тюрьма. Бери. Они пишут? Да. Ну и так бери. Как сегодня? Я планировал вообще тут по рублю все расселить на землю. Дождь, понимаешь? Не могу. Поэтому будем ждать хорошей погоды, буду включен. Будем ждать хорошей погоды, чтобы распродаться. 50 копеек? Да. Придется, чего? Нет. Ну вы же хоть два штучки берите. А я даже 4. Ой, спасибо вам. 4, да? Отличная продажа. 4 маркера. А отличная ты что продал? Продажа. Кого? Одноразку продал? О, класс. Спасибо. Все снимает, все снимает. Коллеги, как дела? Целый день контент снимаю. Давайте хоть пообщаемся троху. Акция, скидка, раз, продажа. Зачем? Ну походите, ну походите. Не наш клиент, как говорится. Бывает. Неизвестно. По 5 рублей любой аппаратик. Подай красивую вазу. А давайте я вам фломастеры подарю. Маленький. Тоже нашел это. А? Тоже нашел. Да, да. Не так давно. Да. Ты смотрел видеоролик, да? Вы, извиняюсь. Да, надо. Ты, да не, ну не. Я еще молодой. Да? Все, тогда будем на вы. На ты. А эти часики уже со мной ездят, никто не берет. Пришла наша подписчица, уважаемая. Нам подарила с Максом такие подделки. Не доставать, не доставать, а вынужится. Аккуратненько, мы дома посмотрим. И будет вот пробовать сейчас реализовать продукцию, сделанную собственными руками, да? Да. Все, хорошо, становитесь. Спасибо. Сейчас мы положим аккуратненько. Вам спасибо. Так, которому. Пожалуйста. Кому-нибудь. Возьмите. Спасибо. Вам спасибо. Ребята, надо продавать, продавать, вывозить, вывозить, продавать. В гаражах хламье ваше гниет. Надо денежку зарабатывать. Очень много людей, которым я вывожу мусор, и у которых просто гниет уже это все. Вроде все надо, надо, все держит, держит. А ну не надо, по факту. Спасибо. А что ты продал? А какую-то вазочку. А можем тебе еще продать? Пожалуйста. И рядом ты принять. Чик. Какую ты? О! О! Тут уже будем кредит подписчикам оформлять. Это 500. Хорошо, надо брать. Она такая, да? Если даже какой-нибудь гость не понравится, можно и пришибить.
тротуаром. Иди. Полностью, шмель. 20 рублей. Все в комплекте, да? Вот, надо было раскомплектовать мне. Полностью новенький шмель. 20 рублей. Все в таре, все в упаковке. Закрывай, Евгений. Пожалуйста. А вы не видели? Шмель уходит сразу. Шмель уходит сразу в хорошие руки. Тут даже будет не жалко. С паспортом, все, он там даже иголочки чистит. И вообще нет. Ключики, все есть. Полный набор. Поздравляем с покупкой. Этот человек не глупый, он только хорошие вещи покупает. Стоящие. Продали шмеля. Только достал, продал шмеля человеку. Хорош. Потому что показал, разрекламировал. Да, показали, разрекламировал. Подстава. А вот смотри, не слушайте. Подстава. Какая подстава? Что ты там? Косой человек, это родственник его. А я на него еще и подписан. Что? Витя, дай рубль. По рублику, а? Дай рубль сдачи. Перетопчутся. Говорю, фломастеры детям по рублю. Человек говорит, перетопчутся. Прикольно. Так, надо маркеров подсыпать. Немножко продали. Оп, маркеров. Маркеры строительные по рублику. Фломастеры детские по 50 копеек маркеры. Оговорочка. Вам сколько? Дайте посмотреть. Пожалуйста. Фломастеры по рублю детские. 50 копеек маркеры строительные новые. Стоит только разрекламировать, сразу ажиотаж на маркеры строительные новые. Так и должно быть. Да, да. Отец с бородой старый. 15. А тебе фломастер держи, куда ты пошел? Будешь рисовать папе на стенке. Вот так вот. Сталем. Подождите, а ты снимаешь? Человек с червеня ехал к нам специально. На стол добра можно продать кому. О, класс, точно продать. Ну, а здесь это, как обычно, там, за 5 рублей кто-то может возьмет. Нормально, на стол добра. Ого, блин, нифига себе, 5 рублей, тут ну, на металл сдать дороже будет. Лобзик, еще что-то нерабочее. Класс, спасибо большое. Будем стараться, будем продавать. Еще посмотрим что-нибудь у вас, надо не зря приехать. Ну, смотрите, смотрите, так. Я на стол добра сегодня с прицепа почти не доставал свое. Вот посадим все точки и вас будем добрым словом. Хорошо. Поминать. А на канал подпишитесь? На канал? В Ютубе, да. А как это называется? Ютуб-канал «Мусорщик» называется. «Мусорщик»? Да. Вот, у вас там интересные вещи всякие есть. А, так вы уже смотрите? Нет, так я так предполагаю. Конечно, конечно, интересно. Вы видите, сколько у меня... А прицеп какой, смотрите. У меня тут столько интересных вещей, но... А мы тут часто бываем. В Ютуб заходите, подписывайтесь. Да, да, я по субботам буду стараться каждую субботу сюда шел наш уважаемый подписчик, мы не успели снять. С червеня человек приехал, смотри, мешок подарков. Диски на болгарку, на большую. Это мне вообще очень классно. Щетки, посмотри, а щетки на 190. Мазута мазать машины мои. Я просто, ну, не успел. А ты подожди, а у тебя... Лайкос и респект. Это какого? Вам на память. Это старинный билет. Да вы что, да. Театральный. Театральный. На стол добра. Да. Как вас зовут? Нина. Нина, а сколько вам лет? Ой, много. Не спрашивайте. Спасибо большое, спасибо. Извините. Положим. За сколько его надо продавать, скажите? Я не знаю, сколько он стоит. Я знаю, я продавал такой вот театральный бинокль. Я не знаю, сколько он стоит, но он у меня уже, наверное, лет 30 он да? у меня. Да, театральный. Вот сразу клиент сейчас Митя купит. Мы купим его на благотворительность. Да, это на благотворительность пойдет. Спасибо вам большое. Дай Бог здоровья. Я вас нашла. Выберите что-нибудь себе в подарок. А вы-то я видела, я смотрю все время ваши эти самые по компьютеру, да, и я видела, что наши фонарики. Фонарики? Два. Да. Для себя оставил. Да, но вам оставили. Один подарю. Мне желательно какой-то фонарик надо, поэтому я... Подарю вам, рабочий отдам, самый хороший. Жень, подержи. Просто, ну, я хотел себе оставить, но... Сейчас я их найду. Смотрите, полностью рабочий, горит, еще даже зарядочка есть. Как он заряжается? Сейчас покажу.
Вот обычные разъемы два, любой какой вам понравится. В розетку все. Ну, это как телефон заряжать. Телефон, да? Да, хорошо. Я думаю, вы справитесь. Сейчас, подождите, я пакетик положу. И сразу мы продали бинокль. В карман добра. Будь добру. Возьмите ложечку, подарок. Мне уже такая высокая именно. Не, у него классно. Вот так вот бывает. Ну, что? Я вот... А сюда одевай что-нибудь, надо? Не, ничего не надо. Слушай. Но я не любитель. Я бы сюда, знаете, что подвешал? Я покупаю, но они дорого стоят, 8 рублей пакетик, пуфики. Не знаете? Ну, называются пуфики. Я беру чесночные по шарику, раз. Вот если пуфики возьмете, вот это, ну, наши польские есть, они разные, белорусские есть, вабики есть. Просто вещь классная. Я понял. Ну, вот здесь понятно. Здесь основную оно потянет леску. Оно не так работает. Эта штука, знаете, как работает? Я объясню. Оно же лес не потянет. Вы сюда жмых набиваете, да. Крючки вставляете, жмых разбухает, да. Крючки всплывают за счет вот этих, ага. Вот, вот они вот так вот под водой стоят. Да. Рыба подходит, хочет пожрать, и эта херня просто заплывает ей под жабу. Чек, чек. А, там какая-то регулировка. Дадите задачу? Бум, бум. Да. А этого не осталось? А сколько надо? А, ну, вы там не будете. Ну, да. Будет. Витя, дай 15 рублей. А что? Я беру. Хорошо, сейчас, секунду, возьмите. Куда-нибудь. Да поставь, я заберу. Хорошо. 10. Мне ноги поломаю. И пятерочку. Спасибо. Пойдем, мне интересно, сюда. Какие? Очень. Ну, по порядку. Ну, нет, там по-разному. Тут еще ящик штук 100 есть, Илюша. С доморозом берете? Почем? Класс. Морозы почем? По 15. Витя Мелкому пожми. Где? Хоть, ты дай хоть себе, показал, да. как я тебя зовут? Рома, молодец, класс. Я, ну, молодец, что вот увлекаешься чем-то ерундой сам. Витя, как там подопечные наши переживали? Ну, сикоснакость пока. Да. А мы ждем видео, ждем, ну, что, что получится или нет. Хочется... Будем разбираться по неделе. Мне очень приятно тебя увидеть. Нет. Макс, консультант по игрушкам. А рыбка 5. Прошу любить и жаловать. Консультант по елочным игрушкам. Я к нему подошел. Это говорю, как вы думаете, какого временного периода? Времен хрущевских? Он, да, я согласен. А мы друг друга в разных вещах консультируем. Он меня в этих советских всех царских, а я его в барахле. Помойки, короче, жестко, если так уже сказать. Ну, во всяком таком. Ну, я ему говорю, ну, я думаю, около 2 рублей одна. Как вы считаете? Я с вами согласен, но я не возьму. Это дорого для меня. Значит, действительно 2 рубля стоит. Вот маркер новенький за 50 копеек. Хотел заработать, гад. Ну, мы даем заработать, ребята. Мы даем заработать всем. Зарабатывайте на нас. Да, с удовольствием. Приходите, покупайте у нас все. Зарабатывайте на нас. Клево. Добрый день. А? Бумажку. Пакетик. Есть. Сейчас отмет. А. О, продажа дня. Грибочек. За 1,5 рубля. А вот тоже с маркер, вот, смотрите, 50 копеечек строительных, два мастера для цвета дерева, чтобы руки запасть. Да, кого? Мастера. Чем? Они хоть не пересохли, а? Слейп, без пряса. Вот. Они хоть не сухие? Нет, полные. Пошли к машине. Не, хорошо пишет, все, это точно. Даже не стыдно. Если учителя обманул, отличник образования. Все, я понял. Все будет стыдно. Нет, не будет. Не будет. Зовут? Витя. Победитель. Не. Ты знаешь, что Витя? Знаю. Победитель. Знаю. Да, Виктор, давай мне 3 рубля. 3,50.
Маркер по 50 копеек? Спасибо. Нет, вам спасибо. Я такая аудитория, мне врач некрасиво. Рубль 50. Это продажа дня. Продажа дня. Что не продажа, то продажа дня. Они вообще торгуют или они только стоят там? Не торгуют, да, так? Ну, нахер. Спасибо, отлично. Еще надо, да. Еще надо? Ну, может, да. Что подешевле мне надо. Ну, за пятерку нормально. Да, ну, там такой светильник с плафоном советский. Знает, как оказаться в нужный момент, в нужном месте. Просто я хотел бы оптом отдать вам. Оптом? Неси. Ну, у меня три. Мне три столько не надо. Мне надо еще одно на маленький цоколь и надо еще на два плафона. Я свалю. Ну, не... Стол добра! Стол добра! Вот даем, да? Нет, ну это гвоздь немецкий, наверное. Это гвоздь, это когда немцы пленные восстанавливали Минск. Проблема с гвоздями была. Мы делали демонтаж, делали штукатурку. И старые кладки там еще горелые кирпичи были. Вот это было забито. Капец. Вот, ну я думаю, что это был когда-то болт. Да. А его расклепали гвоздь. И он был забит в кирпичной стене. Страшное дело. Ну вот так такое, не знаю. Там даже ценник стоит. Прикольно. Ну, и я не знаю, может кому там ходит, то у тебя. Лажи на стол добра, какая бери. Разница? Ну. 24 рубля. Я же тебе обещал. Сейчас мы еще немножко не достали, да. Чего нет? Думаю, блин, обещал приехать в гости, да? Вообще рюкзак классный, да? Ну, такой. Хендмейд. Хендмейд, 100%. Как? Зачем мне ник? Зачем мне ник? Мой коллега. Да. А что, коллега? Тоже? Потому тоже что... Женя. А, все, спасибо потому, большое. Ну, это мое, конечно. Аккуратно. Модератор где? У Макса. Да. Макса. Ну я редко стримлю. Макса нету? Спасибо, что тут. Есть. Это твой модератор, между прочим. Да ладно. Да, познакомься лично. Пойди-ка сюда, модератор. Познакомься лично вживую со своим модератором. Мы выпьем кружку кофе, да. А, я думаю, коробку держишь, ну держишь. Берешь или как? Да. Как хочешь, короче, как хочешь. Я предлагал. Да не хочешь как, хочешь, что ты, ну ты баловаться будешь или пить? Это на скальпе. Ну, не точно нам две оставьте с Женем. Ну и вот одну кому-нибудь еще. Егорчика нету? Егорчика нету. Егорчика нет. А, о, малому, да. Ну, давай, бери еще. Оп, и нам с Евгением. А это мусорка у вас тут, да? Ёж, сегодня прикололи так подходит. Да, это у вас тут мусорка какой-то бабан. Короче, смотри, к Вите приходит пакет. Это тебе, дружище, это тебе. С той стороны кричат: браток, это я несу тебе беляш. А к нам подходит, это мусорка у вас. Мусорному коробку. Ну мы...
Так и маркер один возьмите, будет два. Ну это да. Но. Заманиловка, да. О, 2 рубли. Молодец, сейчас. Ну, спасибо. Хорошего дня. Вам спасибо. 2 рублика. Оп, копи. Дай 10 рублей. Кормушка. О. Слушай, ну так вот. Мы не торопимся. Все, спасибо. Сейчас надо... О, Жень снимает. Люди пришли. Вот на стол добра. Формы советские. И вот на... тоже на стол добра. Что-то очень интересное. Ну смотри. Рок, смотри, сколько всего короче, интересного. Короче, фотики рабочие 100%. Угу. Вот. Короче, это что-то рабочие не так. Мы... Что-то не так. Круто. Короче, смотри, Витя, вот это вот заберешь. А что такое интересное? Да, такая лампа. Вот. Но она что-то. Ну, она тоже рабочая. Советская. Да, все советское люди любят. Кто-то купит на запчасти. Ну, он знаю, тамагочи, точно. У меня сдох, когда был. И я его никак не знаю. Короче, хрустальная... все переберешь. Спасибо, спасибо большое. Откройте, я сложу. Сегодня по минимумчик. Сейчас что-нибудь разложим. Оп. Так что ты у нас пицца на Ютубе покажешь? Да, конечно, как вы хотели. По-другому нельзя. Спасибо. Давай. Есть. Что будут мега распродажи, тут по рублю все будет, но синоптики пообещали 70% осадков. Я побоялся раскладываться, а не капли дождя за день. Спасибо, Витя. Вам спасибо. Пришли, что-то и купили у Вити. Не зря поторговался, приятно, спасибо. Заюзу. Хорошим людям можно в цене и уступать, без проблем. Спасибо большое. Люди только принесли большую хрустальную, подсними, можно? Такую красивую конфетницу, и сразу ее вот эта вот девушка купила. Стол добра. Так махал, как будто 50, да? Не, ну прикольно, да? Мне понравилось. Мне понравилась тарелка. А какая? Запомнил. Да. Это радует. Такой кайф получаешь. Просто моими словами заговорил. Обучил, значит. Хорошо. Ты тоже, когда одноразки по рублю продаешь, просто моими словами говоришь. Крайне редкая вещь. Крайне дешевая сегодня. Строительные маркеры всего по 50 копеечек. Нет, сил уже прям орать. Но надо продавать. Мельхиоровый наборчик ложечек. Ну, недорого же. Витя! А! Переверни сюда, пожалуйста. Давай. Перекличку. Сейчас, подожди, я возьму, чем бросить, если что-то Витя плохое Мусорч, ЛМ, Хельга, зачем мне Ник, Саня, Пасечник, Женек. Ой, приседай, Серега. Сергей Радюк, Анжелика, просто, представляете, как мы все купили? Весь Ютуб на Минской барахолке. Спасибо вам. Подходите, покупайте, выбирайте водичка, туалетная, женская, всего по 5 рублей. Американские, сантехнические, по 10 белорусских рублей. Акция, скидка, распродажа. Подходи, покупай, налетай. Батарейки надо новые поставить. ЛМчик, хорошенько, продавай. Вообще сдурел, да? Ступор меня поставил. Да? Ну, такой тоже бывает. Надо же поставить батарейки новые и проверить. Так мы же не запрещаем, ради бога, ставьте проверять. Мы же не против. Так а цена смешная. Я вам... Соломи, класс. Ну, по рублю так по рублю, что тут уже. Да. Не меня. Работа навсегда. Точно соломи. Соломку надо специально ошпаривать. Ты меня снимаешь, сейчас я тебя буду снимать. Это парад подогнали. Ну давай, давай. Олимпус. Есть вероятность? Что? Что стоит денег. Конечно. Рублей 5. Может 6. Может и 6. Бери за десятку, я тебе еще строительных маркеров в подарок дам пачку. Закрасишь трещину. Точно. Да, ее закрасишь. А ну здесь это что там? Стрелки зато есть. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Температуру показывает. И правильно показывает. Показывает пасмурно, а где оно, если сейчас солнечно? Где солнечно? А солнышко где? Ну, переменно точно? Но. А какого хэ оно показывает не то?
Не. Да, ты, да, короче, да, со мной побеседуй. Что? Плетка, да? Есть. Я в детском саду работаю. О, так это за рубль детям возьмите. Мне рубль. Надо белье подписывать. А. Ну, тоже хорошо. Маркировать. Я не знаю, что сказать. Ты снимал? Мы часы смотрели, поэтому она и ушла в свой мир. Мы у Максима уже засветились? Но... Да. Она же к Максиму пошла сначала, да. Потом пошли этот, ну, для печки искать. И она мне все, пошли к Витьку мусорщику. Заставила меня потеряться в мыслях. Такая крутая подписчица у Вити. Вообще класс. Ты тоже ролики смотришь? Да. Да ты что, папа разрешает? Да, мы вместе иногда смотрим. Передай сама себе привет. Привет. Продал рыбалку хорошему человеку. И друшлачок, сеть, прикормочку тоже уходит, можно сказать, почти новый. А друшлак? Наверное, сковородку. Короче, они хорошую удочку сломали из-за того, что вытаскивали карасей прямиком. Не, лучше... Маска? 10 рублей. А? Тысячному покупателю маркер в подарок. Ура! И прищепка. Ого. Добрый человек. Кстати, вас она интересует, серьезно. Вы бы купили? Я не знаю, какой тип. Мне 16. Ну, 16? Я ж не знаю, какой тип. 1748 1984. Только вот. Шок-контент. Наборчик пушков. Недорого. Ты же себя, наверное, обрезал, нет? Не, нормально, то, да, что в темной, видишь, что пол лица будет. Не, это не будет нахуй. Два товара покупай и подарок получай. Акция скидка распродажа. Это конец дня уже просто. Конец дня уже просто, все, мозги кипят. А душа хочет в KFC. Хочет гамбургеры, кока-колу. Хочется что-то продать. Например, стенд. Ну, стенд это было бы круто сегодня продать. 1.30. А вот это меньше. 20. Ни на что глаз не ложу. Витя, сколько ложь? Пятерочка. И маркер в подарок. Заметано? Отлично. Отлично. Вот эта акция работает. Ребята, покупайте. Сразу подарок получайте. Готово. А? 10. С зарядками, с креплением и даже полуразмокшей коробочкой. Товары у нас покупай и подарки получай. Акция скидка распродажа. Распродажа. О! Пакет? Ну, пакет можно найдем. Засыпать просто. А, найдем, Жень, вон под чайник. По тарелку не положил. Я понял. Опа-на, продажа дня, шахматы. Я знал, что я их продам. Опа-на. Спасибо. Спасибо. А вот ты ошибаешься, понял? Я честно думал, что не продаст. И вообще, ну... Ну а я продал. Ты Максима спроси. Максим, расскажи Жене, как я тарелочку за 5 Могилеве продал битую. Ну я слышал. У него даже волосы начали расти, посмотри. Это 2 рубля. Первая половина. Но тоже на водку, лучше на пиво бокалы. Хорошо. А вот за 10 самый раз. Давай, и на водку, сам. И на пиво. Я пошел. Нет, это 8, а это больно. Ну это хрусталь, это все. А кому сейчас нужен хрусталь? Черт его знает, скупают же. Ну есть же фанатики прям хрусталя. Ну это как моего возраста, да, фанатики.
закончились наши трудовые будни, это не снимаю. Попросилась не снимаю. Все. Это как это ужин? Ужин, итоги барахолки. Какие итоги барахолки? Раньше обедали, да, теперь ужин. Ну только время уже сколько? 5 часов. Надо что-то в итоге сказать. Нет, люди начали прислушиваться к тому, помнишь, твоя мечта была. Почему люди не гуляют до 7? А, ну, уже до 5, уже до 5 гуляют. Да. Ну нормально, не нормально. Мы, конечно, очень сильно устали, но неплохо, да? Женя? Да. Женя, да. День с нами был. Класс. Хельга тоже, но она попросила нет, быть за кадром. Давай. Да? О. Всем привет. Наша самая-самая, как это, самая большая комментаторша. Ну, по размеру комментариев. Короче, не знаю, мы денег заработали. Я желаю вам продавать, зарабатывать, мотивироваться и приходить к нам, дружить, знакомиться, подписываться, смотреть нас и писать комментарии. Кто что добавит там в конце что-нибудь? Конец видоса. Максим уже хомячит, я тоже есть хочу. Что? День прошел классно, отлично, ребята, вообще супер. Приходите. Женя, про самую необычную продажу. Сегодня точно, сегодня была необычная продажа, но вы все видели. Да. Это... да, пришел 12-летний мальчик с родителями и купил дозиметр. Это была самая дорогая и самая необычная продажа. Профессионально его открыл, профессионально его проверил и купил. Это было просто очень круто, очень. Вот видишь? Никто, давай. Никто не ожидал. Дети умные. Витя, ты говорил, что суббота ожидается тяжелый, напряженный, много людей придут. Я думал, ну это так. Но оказалось реально, ребята, сколько вас сегодня было. Всем спасибо, низкий поклон. Очень приятно, сколько вы нам подарков дарили, сколько помощи. Стол добра сегодня стол просто добра. Ломился, просто. Это большого стоит. Кстати, по результатам стола добра мы привезли с Могилева 70 рублей и сегодня 70 рублей. Вот так. Да, будем собирать большую сумму. Очень хочется посетить дом малютки. Но надо собирать реально большую сумму. Ну, как бы, чтобы было конкретно все по-серьезному. Все, до новых встреч. Ждем в комментариях. Мы устали, мы ужинаем. Всем пока. Пока.